Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog TV. Меня зовут Вика, рядом со мной Владимир. И мы находимся в Амстердаме, в офисе Booking. Сегодня мы поговорим об учебе в европейских странах, да? И о том, как устроиться на работу в компании в Амстердаме. Поговорим о твоей истории. Отлично. Привет и добро пожаловать к нам. Да, офис очень красивый, вид просто безумный, атмосфера задана. У тебя очень интересный и долгий путь образования. Расскажи о том, как ты пришел в программирование. Я отучился в Питере на программиста, бакалавриат, магистратура, все так довольно стандартно. Я такой человек, что иногда, если я понимаю, что я чем-то занимаюсь, иногда я могу себя подсознательно убедить, что мне это нравится. Потому что я понимаю, что, к примеру, нужно отучиться на бакалавриат, на магистратуру, надо это закончить все, и вот я могу убедить себя, что мне это нравится. И я немножко этого боялся, потому что больше я в своей жизни ничего не пробовал, кроме как программировать. И я решил, окей, я постараюсь выбрать какую-то другую дисциплину, немножко смежную, постараюсь этим позаниматься и посмотреть в итоге, что мне больше нравится. И тогда у меня уже будут, соответственно, разные области, которые я могу сравнить. Поэтому... вот такой был настрой. Потом мне еще было очень интересно поехать в Европу поучиться, потому что у меня был небольшой опыт по обмену учебы, мне очень понравилось. Вот, я начал смотреть вокруг и нашел программу, интересную, она тогда называлась EIT ICT Labs. Сейчас они поняли, что это очень длинное название и переименовали в EIT Digital. Это такое интересное направление, значит, это не один университет, не одна страна, это инициатива Евросоюза. И вот там так получилось, что они поняли, что нужно вкладывать деньги в образование, в образование именно молодежи и в дисциплины типа инноваций и предпринимательства. И, соответственно, они разработали несколько программ, там, по-моему, есть и магистратура, и докторантура, и вот именно с фокусом на инновации и предпринимательство. Это так не вполне программирование, я понял, что там не очень много курсов по программированию. Я решил, классно, попробую. И поехал. И очень примечательная особенность этой программы — это то, что у них два университета. И вначале мне было, немножко не по себе от этого, да, потому что я там родился, жил в Петербурге, я особо не переезжал никуда. И я подумал, зачем же заставлять человека ставить в такую сложную ситуацию, что он переезжает один раз, год учится, а потом переезжает второй раз в другую страну. Я общался там с организаторами, они мне сказали: понимаешь, наша задача в том, чтобы дать тебе возможность понять, что Европа твой дом, мир твой дом. Что переезды на самом деле ничего не значат, важно, в какую сторону ты идешь. То есть важно, чего ты хочешь в этой жизни. Ты хочешь там поучиться, в какую-то работу. Ты хочешь просто попутешествовать в какую-то страну. Чтобы для тебя это было легко. Тогда я это не очень понял, сейчас я понимаю это в полной мере, насколько это важно. Я уже сейчас в Финляндии я учился, потом я учился в Нидерландах. Переехал в Нидерландах несколько раз, и сейчас для меня уже гораздо проще на это смотреть. Вот, и занимался я, учился сначала в Финляндии один год, это было направление проектирования сервисов, такое вот довольно инновационное, сейчас пока еще на это не очень компании нанимают. А в Эйндховене уже второй год я учился, в Нидерландах, в Эйндховене, там довольно сильный технический университет, и там я учился на моделирование бизнес-процессов. И вот бизнес-процессы, это обычно звучит очень... далеко от технически, от технологий. А на самом деле моделирование бизнес-процессов — это вот и математика, и программирование. Это такое очень любопытное направление. Я по нему написал диплом, и потом еще пофрилансил немножко. То есть... Были у вас какие-то практические задания, именно задачи, да, по программированию и там, и там? Понимаешь, там было очень интересно. Это было на стыке. То есть программирование было не основным видом деятельности, а скорее средствами достижения целей. То есть, к примеру, мы делали какие-то прототипы каких-то инновационных идей, к примеру. И для того, чтобы сделать прототип, иногда тебе нужны, бумага, клей, ножницы и вот камера, да, и так далее. А иногда тебе нужно написать там страницу на сайте. А иногда тебе нужно мобильное приложение какое-то сделать, просто что-то накидать, чтобы показать людям, и вот оно работает, да. И это такое вот... Такие умения, которые очень полезны еще и в стартапе, помимо всего. Когда ты немножко умеешь все. Возможно, ты не эксперт ни в какой конкретной области, но ты немножко умеешь все. И вот на таком уровне у нас, конечно, программирование было.
Но в целом все-таки фокус был немножко другой, и где-то в середине обучения я понял для себя, что я без вот IT мне очень тяжело, мне это интересно. Настолько интересно, что я участвую в свободное время в этих соревновательном программировании, например, я очень много участвовал в свое время. Ну, не так много, у меня есть друзья здесь, которые просто там финалисты ACM, ACPC, не настолько, но вот как хобби достаточно много. Вот, и я где-то посредине образования понял, что, ну, мне этого не хватает, и, скорее всего, я в этом себя буду искать, возможно, где-то на стыке, но... Российское и европейское образование. Вот какие принципиальные различия ты можешь отметить? Это хороший, интересный вопрос, мне кажется, потому что я об этом сам задумывался, и у меня шло это стык в стык, поэтому очень легко было сравнить. Вот, опять же, здесь мой личный взгляд, он очень субъективный. Кто-то согласится, кто-то не согласится. Ничего нет хорошего или плохого, мне кажется, есть просто что-то разное. Вот для меня один момент был, что в России бакалавриат и магистратура — это что-то вот, бакалавриат — 4 года, магистратура — еще 2 года. И дальше есть, может быть, академический отпуск или еще что-то, но это такая нечастая ситуация, и в целом от тебя ожидают, вот сессия, ты должен сдать такие-то предметы, вот там дополнительная сессия, вот ты уже и вылетел, да? Ну, примерно такой путь. Здесь, в Европе, причем и в Голландии, и в Нидерландах, и в Финляндии, это очень похожий подход. У них нет понятия бакалавриат за 4 года. Ну, его просто нет, потому что там есть понятие, набор курсов, которые тебе нужно за 4 года сдать. Последовательность курсов, которые тебе стоило бы, наверное, их пройти. Но дальше у людей достаточно гибкий подход к этому, свобода. То есть люди есть, которые заканчивают бакалавриат за 5-6 лет. Я знаю людей, которые иногда заканчивают бакалавриат за 7 лет. Это считается нормально, потому что, ну вот, я не знаю, к примеру, некоторые работают параллельно, да, и у них не получается так быстро заниматься. Некоторые хотят отдохнуть, потусоваться, они молодые ребята, не девчонки. Ну, у некоторых просто, ну, я не знаю, не очень семестр был, да, к примеру, вот. Вот, и поэтому вот этого нету, этой ситуации, и мне кажется, что и преподавателям гораздо легче, ну, ставить, к примеру, там, неудовлетворительно, потому что у них нет ощущения, что они решают судьбу человека, да? Они говорят, ну вот ты, ну, не знаешь предмет, значит, возьми его в следующий год. Но это, может быть, в определенной степени может расслаблять людей, потому что, опять же, вот я знаю человека, который там 7 лет учился на бакалавр. Второй момент, который, опять же, для меня лично, вот, да, мое ощущение, это то, что особенно в Финляндии это проявлялось, то есть в Финляндии нету такого подхода, как нужно учиться. То есть в России как-то вот у меня всегда было такое ощущение, что у людей есть такой вот еще немножко, ну, я не могу сказать, что советский, но вот такой подход, как нужно учиться. Нужно, значит, сесть за парту, снять там, я не знаю, шапку, одеться нормально, не надо вот этих вот там, я не знаю, розовых штанов, да, к примеру. Вот так вот сесть и там записывать лекции, к примеру. А, убрать еду, убрать напитки, потому что это, в конце концов, не столовая, а аудитория, да. Я не знаю, может быть, сейчас это меняется, да, но в целом такая немножко вот, ну, такой храм науки, да. Когда я в Финляндию приехал, я просто очень удивился, я был просто поражен, насколько люди проще к этому относятся. То есть там есть, к примеру, зоны с диванами. Там есть зоны, в которых, ну, такие кровати закрывающиеся, в которых можно поспать, если ты захотел поспать. Там есть лектории, когда перед тобой стоит лектор, а ты сидишь на диване, развалившись, и слушаешь его, да? И вот в российском менталитете это немножко, ну, странно звучит, ну, согласись, да? А там это люди учатся так, как им удобно. Вот, к примеру, в аудитории люди сидят и там, ну, им захотелось бутерброд, они съели бутерброд, да? Если они никому не мешают при этом, это не воспринимается как неуважение. До тех пор, пока это никому не мешает. И это очень интересно, потому что ты тусишь в университете просто практически, ну, до вечера, там, до ночи иногда. Где-то ты поел, где-то ты там сходил на дополнительные курсы. И в итоге вот нет такого формального подхода, как нужно учиться и как учиться нельзя. Знаешь, ну и в итоге, естественно, что когда ты в таком более гибком графике существуешь, тебе легче, мне кажется, ну, на мой взгляд. Вот. Преподаватели, вот расскажи о них. Как строится общение у студента с преподавателем? Насколько они вовлечены в индустрию? Работают ли преподаватели? Ну вот, например, если они программисты, то, может быть, они работают где-то разработчиками в компаниях. По преподавателям, ну, во-первых, мне, опять же, показалось, вот на мой опыт, да, что это по-английски, да, power distance, ну, вот эта вот дистанция, да, такая вот между преподавателем и студентом, она короче. То есть ты можешь подойти и сказать, к примеру, вот, там, узнать что-то, я не знаю, сказать, к примеру, я не согласен. Если у тебя есть аргументация, то это принимается, да, вот, или там, я вот хотел узнать что-то. Ну, как-то вот немножко попроще,
ну, немного попроще. Во-вторых, преподаватели часто моложе, и они больше вовлечены... Иногда у них меньше опыта, опять же, да, это иногда недостаток. Но они больше вовлечены в именно текущую индустрию, то есть что сейчас происходит конкретно. И у них есть контакты с компаниями. Поэтому мы, к примеру, часто вот в Финляндии, в Нидерландах даже выезжали в компании. Иногда просто посмотреть, как там вообще, что происходит, какие проекты они решают. Иногда даже как-то сделать какие-то прототипы, им там помочь как-то, да, насколько вот наших знаний хватает, что-то попробовать для себя. И еще, мало того, что преподаватели иногда работают в компаниях, вот как я тебе говорил, помнишь, про бакалавриат. Я даже учился с ребятами, которые уже в компании работают 3-4 года и заканчивают бакалавриат, и это нормально. Но при этом они сидят с ребятами совсем молодыми, и у них уже есть чем поделиться. Поэтому иногда бывает классно сделать какой-то общий проект, и ты чувствуешь, что просто человек на абсолютно другом уровне. Ты спрашиваешь, ну откуда ты знаешь? Он такой, а я уже 3 года работаю. Такое интересное взаимодействие. Я помню, что до того, как мы с тобой начали интервью, по крайней мере запись, ты говорил о том, что в одном из университетов была очень такая сильная стартап-тусовка интересная. Расскажи о том, чем вы занимались. Да, это был университет Алта в Хельсинки. И там действительно, для меня, опять же, стало поразительным, да, я приехал в Финляндию, это такая страна, ну, менталитетом нордический, страна небольшая, и ожидания у тебя, ну, я не знаю, вот я был поражен, да, насколько там сильная, активная стартап-тусовка, комьюнити, которая вот само себя организует, то есть это и от университета идет очень большой такой посыл, поддерживаются студенческие инициативы, у ребят в Алте есть собственное здание, ну просто вот им принадлежит здание, они там делают, грубо говоря, что хотят, они организуют какие-то события, они делают какие-то либо выступления, либо тусовки, либо там стартап-акселератор и так далее, да, ну представь, просто целое здание, да, и вот поддержка локальная, то есть из Финляндии, к примеру, вышли такие компании, как Rovio Mobile, это вот, ну, люди знают, наверное, их по Angry Birds играм, да, но они совсем не только Angry Birds, вот. Supercell — это как-то вот в игры в Финляндии, да, Supercell — это Clash of Clans, и вот сейчас Clash Royale и так далее. И на самом деле это, ну, большие прибыльные компании. Там был стартап, вот когда я был Zen Robotics, я не знаю, они есть или нет, но чтобы просто дать перспективу, да, что они занимаются не только играми на мобильных. Zen Robotics — это роботизированная конвейерная лента, которая помогает сортировать мусор автоматически. То есть, ну, они разными интересными вещами занимаются. Самое классное, что вот они постоянно в этой тусовке существуют, постоянно там какие-то выступления, какая-то помощь идет от людей, которые уже состоялись, уже опытные. И я там, в общем-то, много проводил времени, я просто туда приезжал, меня оттуда, ну, как говорится, было за уши не оттащить, общался с людьми, набирался опыта, вот, ну, насколько мог. И там просто реально тоже классно, ты приходишь, и там постоянно что-то происходит. Там никогда не бывает там тихо и безлюдно. Вот, и вот я познакомился с ребятами, которые организовали Slash, я не знаю, вот ты слышал или нет, но это такая очень большая европейская конференция по стартапам, там последний раз, когда я там был, там было больше 10 тысяч человек, и проблематика ребят была, как дойти от одного места в другое, ну, то есть она огромная просто была. И у них есть стартап-сауна, это стартап-акселератор, тоже очень известный, в который, ну, куча заявок обычно, то есть они помогают стартапам как-то вот вырасти когда-то на начальной самой стадии. И я даже сам сделал небольшой проект, он, конечно, не такого масштаба, вот, но я понял, что вот я занимаюсь соревновательным программированием, но при этом мне интересно что-то организовывать. Что бы я мог сделать? Чтобы. И в итоге я подумал, вот тут нет такого соревновательного программирования, нету соревнования большого, в котором с одной стороны люди решают задачки, а с другой стороны еще взаимодействуют друг с другом, то есть общаются, обсуждают что-то. И вот я сделал в партнерстве с HackerRank'ом, несколько спонсоров нашел в Финляндии, и сделал такое соревнование, оно было неделю, то есть такой спринт, там с понедельника по пятницу. В понедельник у нас было событие такое вводное, в пятницу у нас была вечеринка, на которой люди знакомились, рассказывали про свои решения, награждение победителей. Ну, такое вот, знаешь, именно построить сообщество. И это все, ну, поначалу в это особо никто не верил, все думали, что не наберем людей там и так далее, а в итоге все срослось, и я очень благодарен вот Алта за то, что у них есть такая платформа, на которой ты можешь прийти узнать что-то, научиться, вдохновиться, и есть все необходимые инструменты, чтобы реализовать что-то. Вот, поэтому я очень верю, что оттуда будут выходить и в дальнейшем какие-то интересные компании. Но переехать из Хельсинки, и ты вынужден был по учебе, да, по вот этой программе?
Да, 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 так и было. В общем-то, я там еще же летом работал в стартапе, 3 месяца. Опять же, нашел этих ребят, вот там Валта, но это уже была компания прибыльная, то есть это не просто были какие-то, ну скажем, такие размахивания руками, там уже люди зарабатывали деньги. Вот. И я пришел туда поработать на 3 месяца. Мне очень понравилось. Мы занимались приложением. Сейчас, наверное, уже много кто так пробует, но, в общем, Tinder для бизнеса, да, то есть, вот, опять же, это локализация, то есть люди вокруг тебя, с которыми тебе интересно пообщаться, и ты свайпаешь там вправо-влево, ну, такая концепция, да, ну, в общем. Как она называется? Meshly, вот, они сейчас его развивают, то есть там вот, ну, несколько таких традиционных совершенно проблем есть, но это, скажем так, это компания, которая развивает сразу несколько стартапов. У них есть один такой, который не очень интересный, но он их кормит. Вот. А остальные вещи, которые интересные, но что-то выстреливает, что-то не выстреливает. Вот, я работал там 3 месяца, мне очень понравилось. И у меня стал выбор, они меня оставляли. Мне визу делали, но я бы учебу свою бросил. Мне как-то казалось, вот стоит доучиться. И стоит доучиться, вернуться я всегда успею. Ну, я поехал в Нидерланды в итоге. Я в Эйндховене учился. Как раз помнишь, я говорил про переезд. То есть я учился в Эйндховене. Это такой город в Нидерландах. У него очень сильный технический университет. Действительно сильный. То есть они просто... хотел пару моментов сказать. Я когда туда приехал, у них, к примеру, они чемпионы мира по робофутболу были в каком-то году. Организуются. Они чемпионы мира по заезду на автомобилях с солнечными батареями. В Австралии, по-моему, там был чемпионат, и вот они победили. То есть у них реально есть очень крутые вещи. То есть такой интересный университет. Всегда очень интересно узнать, как ты выбираешь, приходишь к какому-то языку программирования. У вас были изучение языка программирования в каком-то определенном университете или нет? Да, ну, у меня такая история с языками программирования долгая, потому что я начал программировать на C и C++ в университете еще. Потом я работал временно, ну, то есть, вот как это называется, 4 часа в день работал больше года, ну, пока учился, просто чтобы опыт был, ну, там, деньги какие-то свободные. Я работал на Java, и потом я немножко посмотрел на Python, но я не могу сказать, что я его очень хорошо знаю. Вот, потом я как-то вот так вот на Java, на Python, а потом я вот поступил в Booking, и в Booking уже там я на Перле программировал такой. Я иногда общаюсь с людьми, и они говорят, там, очень Go – классный язык, или там Rust – классный язык, или функциональное программирование, значит, for life. Моя позиция такая. Я понимаю, что это немножко категоричное заявление, но я хочу заявить. Значит, я считаю, что не существует языка программирования, который хорош безусловно. Понимаешь? Я считаю, что каждый язык программирования подходит под какую-то задачу, подходит под какой-то конкретный случай, как конкретный контекст. Но не существует такого языка, который подходит под все и самый лучший и так далее. Понимаешь, иначе бы весь мир слопнулся в один язык и не было бы никакой проблемы особой, понимаешь? Вот. То есть вот это мой подход, и я отношусь к языкам программирования, ну, то есть вот зависит от задачи. То есть там, если тебе нужна какая-то очень эффективность, ну хорошо, ну C, C++, да, к примеру. Если там нужно поддерживать, там, я не знаю, десятки тысяч, сотни тысяч строчек кода, может быть что-то другое, да. Если сейчас многопоточность очень важна, да, к примеру, в чистых функциональных языках программирования это удобно, в Go это удобно и так далее. То есть, ну нужно, мне кажется, всегда задумываться, какая задача. То есть, если, к примеру, задача стоит немножко погрузиться в мир программирования и быстренько что-нибудь выучить, ну, возможно, Python просто с его синтаксисом, да, вот, подходит и с его набором библиотек. Вот, ну, поэтому, как бы, я совершенно четко вижу, что если мне через год, через полтора понадобится выучить новый, там, или два под задачу, ну, я выучу. Спасибо. Спасибо за интервью, за то, что открыл для меня и моих подписчиков Голландию, Нидерланды как IT-страну. У меня ты первый герой из этой страны. Спасибо большое, было очень приятно. Спасибо. Всем пока.